Буква «ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности. При этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. Также считается, что букве «а» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква «к» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Значение буквы «ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Для владельца этого имени качества характера могут проявляться и в отрицательном аспекте. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. От душевного мятежа многие приходят к религии. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Число этого имени играет ключевую роль во всех астрологических и нумерологических системах. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Альтруизм этого имени и возвышенные благородные идеалы приносят владельцу имени всеобщую симпатию и признание, а иногда даже почет и славу. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.